Ну, а как насчет? Что? Ах, эту я люблю. А. Но только вне рабочее время и под хороший заход. Всем привет. С вами я, Александр Демидович. В развитии своего поста на соцсетях по поводу, что будем пить на Новый год, я вам хочу рассказать вот такую маленькую историю. Всем, кто меня знает давно, очень давно, больше 30-40 лет, знают, что это я люблю, но в хорошей компании, под хорошую закуску и не так уж, чтобы много нажраться, я не люблю. Вчера ко мне заходил мой старый друг, у нас был длинный разговор обо всем и ни о чем, как всегда. И он пришел с вот такой вот бутылочкой. Это самбука. Выпили мы немного. В принципе, напиток по-своему интересный. Я начал сегодня с утра. Остаточных явлений никаких, говорю сразу. Я решил сегодня с утра помониторить, что это за напиток, как его пить, все это выяснить. Ну вот интересно, это итальянский ликер. Это Википедия сразу же я открыла. Итальянский ликер с ароматом аниса. Это правда. Пахнет анисом очень жестко. Но дело в том, что если я больше стараюсь крепкие напитки пить, то это абсент. Там анис тоже очень хорошо, отчетливо прямо воспринимается запах. Так и здесь. Аромат аниса, сразу будьте готовы. Если вы покупаете самбуку, анис пахнет. И пахнет очень сильно. Это прозрачная жидкость обычно. Ну, вчера мой друг пришел с таким кофейным. То есть цвет кофе. Но аромат аниса. Содержание спирта 38-42%. То есть это заявляется в Википедии. Но скажу прямо. Здесь написано крепость 30%. То есть, в принципе, алкоголя, если 96% брать, и 30 градусов нету, там порядка 28-29 градусов. То есть, в принципе, те, кто употребляют средней крепости и крепкие напитки, они сразу почувствуют, что это не очень крепкий напиток. Изготавливают из пшеничного спирта. Почему я говорю о 96 градусах? Да? Пшеничный спирт 96,6%. Так, изготавливает пшеничный спирт, сахар, обычный анис и звездочный анис. Так, вытяжки из ягод, набор ароматических трав, это скрывается все. Но говорю сразу, напиток, в принципе, я вам скажу честно, мне понравился. Его в чем прелесть? Его много пить не нужно и не обязательно, и... А может, я просто так пью. Мне достаточно, вот я сейчас налил, да, на расстоянии, и жестко сразу чувствуется анис. Если вы не любите аромат аниса, тогда не стоит и приобретать этот напиток. Но вот что меня больше удивило. Моя бабушка всегда мерила крепость самогонки на горение. То есть поджигала спичкой, в ложку набирала, поджигала спичкой, и оно горело. То есть эта крепость была порядка 40 градусов. Здесь... Я вам скажу честно, я пробовал с утра, сейчас попробую еще раз при вас. Ой, вкусно, очень вкусно. Ну, как отвечает себе, ликер сладкий, без вопросов. Но вот тут меня поразило вот это вот. Я не знаю, видно ли вам, но он горит. Почему он горит, я не знаю. То есть он не крепкий напиток, но горит. Ну, странность такая. Может быть, что-то не так. Может, какая-то добавка. Все, кончил гореть. Все, не горит. Поэтому я вам скажу честно, если будете подходить к Новому году с принятием решения, что пить, не спокойно относитесь или любите аромат аниса,
В принципе, я могу порекомендовать вот этот подарок, который мне сделал вчера мой друг. Это интересный напиток, с ним можно встречать Новый год. И вот как-то там поджигают через трубочки, нюхают. Там в интернете вы найдете кучу всяких рецептов, как его употреблять. Но вообще я его просто так вчера пил, мы вдвоем пили, без закуски, без ничего, по сигаретку. Отличный напиток и остаточных явлений никаких. Главное не перепивать. Всем удачи. Никаких детей, мы уходим подальше от всех. И вообще не портим окружающую среду, после нас всегда все чисто. У меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Он приходит посмотреть, просто порадоваться за нас. Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку... Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки...